как я сюда попал, сейчас вы увидите. Duke of Boar, как вы и просили. Поехали на очередную вылазку. Едем в этот раз в Duke of Boar, как и просил наш подписчик. Точнее спрашивал, когда же вы до туда вот доедете. Вот этот раз прямо сейчас. Смотрите видео. Я еще вставлю с камеры дорогу, как мы ехали. Здесь я по асфальту мало чего поснимал, а там в лесу я постараюсь побольше. В общем, увидим, что из этого получится. Я еще так ни разу не делал. Все. Включимся теперь где-нибудь через час. Как мороженое? Да, обычное пломбирное. Ясно. Мы вот по дороге решили заскочить на бывшую фабрику. Я не помню, как она называется. Я посмотрю в интернете, точнее называлась. Это вот все, что от нее осталось. И вот та труба. Я на этой фабрике, вот здесь у проходной, был в детстве. Наверное, ну не наврать бы. Хорошо, если это был вообще класс второй. Вот. Тоже до сюда мы доходили. Здесь была проходная. Фабрика работала вовсю. Если я не ошибаюсь, это тоже фабрика Дербеневыми построена, которая и построена у нас в Камешково. Сейчас пойду сниму этот памятник. Вот такой монумент остался. У нас в Камешково фабрика имени Свердлова. А это интересно, имени кого было. Ну что, сходим быстро на территорию. Ну я все-таки решил запечатлеть хотя бы трубу себе на память. Да, все, только труба. На развалины я не полезу. Опоздал я на эту фабрику.
на 1,5 года. Ну все, мы поехали дальше. Я напишу потом, кому памятник, если найду в интернете. Тут уже, короче, вокруг везде так раз. Вон там бабуля какая-то, женщина такая. Так, чё там, чё? Чё там, ага, чё-то, блин, снимают, чё-то... Молодцы, все правильно, надо смотреть. Хрен знает, кого черти могут принести. Мы-то ладно, нас тут знают. По крайней мере, меня точно. Да, я уже включил. Ну, я уже понял. Да я сам не знаю, что сказать. Вот и я не знаю. Да, домика, я не знаю. Да вот этих ворот, которые въезду, ты говорил, где-то автокружной или еще откуда-то. Ну, от камеры. 15. Да, 15 километров. Это я помню. До Дюкового Бора, да? Ну, где-то 30 с чем? 35. От ворот. Нет, не от ворот. Нет, от чего-то другого. От я конца, не помню. От конца вот от этих ворот и до тех ворот. И там от тех ворот до Дикого Бора, наверное. Ну, ничего страшного, черт. Мы доедем. Первый раз, что ли? Ну, за это тот технический, да. Ну да, это самое... Первая и самая большая поездка, точнее, на дальнее расстояние, да, велопокатушка. Ну, да, может, минут 40. Так, на всякий случай, да. Просто где мы, это, пешком в горы шли. Возможно, ты даже, когда на карте все это отмечал, ты перерасчитал, что нам потребуется 4 часа, может, даже меньше. Ну, да. Ну, я так примерно. Ну да, мы брали. Просто нам сейчас в коридоре придется пешком идти. Ну в коридоре пешком-то мы точно у них. Ну чё, вас всегда кто-то видит, это наверное та семья идет, хотя возможно, кто его знает. Хотя... Ну да.
лавки, как мы их приставили, так и они остались. Да, никто тут не был, никто ничего не это. Только стол подвинули. Или мы его отодвигали? Назад отодвинули, помнишь, я тут ходил. Значит, тут никого и не было, получается. Походу, никого. Либо были и не стали трогать лавки. Ну, маловероятно. Ты бы оставил. Ну, да. Я бы убрал. Что мы с тобой тут раз и сделали. Ну что, нормальной водички? Да, нормальной водички. Все, смена кадра. Да, смена кадра. Пошла дорога на Дюково. От дороги, по которой мы сейчас ехали, 1 километр примерно до него. Здесь он протекает какой-то ручей. Сзади нас был мост. Мост, конечно, так себе, но прикольно. Особенно учитывая, что здесь, ну, если не считать местных рабочих, вот кто-то же ездит, да? Давно уже никого из обычных людей не было. Так что поехали. Скорее всего, наверное, придется идти пешком. Песок. Но хотелось бы ехать. Какое Дюково? Серега мне говорит, я Дюково сказал. Дюков бор. Смотрите, как резко изменилась местность. Только что мы ехали через такой лес, и здесь уже совершенно другие посадки. Возможно, мы уже в начале Дюкового бора, ну, который был бывший населенный пункт. Осталось найти пруд, и точно будем знать, что это Дюковый бор. Да, по факту-то мы в Дюковом бору, ну, вообще в лесу. Да. А тот лес вон остался сзади. Нет, по сути, мне недостаточно, но... А тебе разве не было бы интересно посмотреть? Нет. Тем более, твоя какая-то прапрабабушка по моей линии сюда ходила и пешком, и ездила в свое время. Но это было очень давно. Это мне мать рассказывала. Я понял. Так что держим путь в ту сторону. Как, да, и просил наш подписчик посмотреть, что стало от этого места. Сейчас мы походим. Ты убрал? Ты хоть знаешь, какую фигню сейчас смородил? Какую? Посмотреть, что стало от этого места. Ну, может, бля, осталось, ты хотел сказать? Ну да, осталось. В общем, как и просил наш подписчик посмотреть, что осталось от этого места. Сейчас мы будем смотреть. Пойдем, походим кругами здесь. То есть вот этот пруд на карте, он 100% вам будет виден, если я вот подойду сюда и сделаю, наверное, вот так. Вон он. А ты знаешь, что сделай? Достань у меня Huawei верхним, да. Достань пока Huawei, ну... Так, сними пруд, сними это. Только не забывай смотреть под ноги. А то местность незнакомая. Неизвестно, что здесь. Но шикарно, шикарно. Историю Дюкового бора саму я постараюсь взять с какой-нибудь Википедии. И, скорее всего,
скорее всего, я просто в описании оставлю. Вот ехали через тучи, и сейчас вот вышло солнце. Не, здесь интересно. Вон, смотрите, там вон остались какие-то пеньки. Надеюсь, видно будет. Не сказать, что... Я себе представлял, в общем, здесь по-другому. Видимо, спутниковые снимки старые, и на них нету деревьев. А здесь уже все заросло. Там то ли пенек, то ли какой-то столб. Здесь вот вообще я стою на какой-то возвышенности. И там вот прямо резко вот такая ямища. Слушай, я знаешь, что думаю? Ты перевези наши велики вот к этому, а, пожалуйста. Да, что-то меня не внушает доверие, что они стоят там. Если что, кричи по рации. Ну, как видите, тут ничего такого не осталось. Но я нашел артефакт. Ха-ха. И причем не один. Сейчас я переключусь на фронталку и все покажу. Ну что здесь скажешь? Вот первый артефакт. Блин, только бы, ребята, не провалиться. Ха. Так, здесь какая-то ямка. Вот столб. Я так думаю, это было какое-то ограждение. Вон там дальше еще один столб. Вон он. Вы его можете видеть. Ой-ой. Так. Попробую тут полазить. Вот, я понял. Они же перепахали здесь все. Потому что эта территория, если смотреть со спутника на Google планета Земля, она видно, что запахана. Ну, я тогда пойду по этой борозде. Если честно, стрёмно идти в незнакомом месте. Но что делать? Кроме вот этих столбов, здесь ничего и не осталось. Вон там Серега наши велики подгоняет. Ты оба сразу привез, что ли? Молодец. Ты их вон в тень к березе приставь, вот к этой. К первой. Не, слева которая. Ко мне, вот береза стоит. Вот у нее приставь. Вон береза. Ну, блин, она от меня вот, вот столб, раз береза, два, от меня вторая береза. Просто, чтобы они не жарились на солнце. Да, вот сюда. И иди по моим следам, если пойдешь. Вот где я протопал, там уже можно идти смело, но все равно смотри под ноги. Видишь, только забор остался. Ну, точнее, столб от забора от какого-то. Возможно, здесь когда-то были электрические столбы к ним приделаны. Ну, вон, смотри, видишь, следующий где? Вон. Пойдем посмотрим к нему. А там, может, еще что найдем. Так, осторожно здесь. Здесь крапива. Блин, надо из этой борозды выходить. Чем они тут пахали?
Тут, я не знаю, по полметра эти. Жесть, да? Да. Пойдем. Осторожнее, я тебе говорю, иди не торопись, тут вон, смотри, ямы какие, вон ямища. Все, мы сейчас до этого столба. Вот, смотри, здесь по-любому что-то было. Херана. Может, это колодец бывший. Я и говорю. Сейчас, ребята, делаем удлинение. Удлинение селфи-палки. И смотрим, что это. Жестко. И вот стол. Но это не мог быть не просто этот. Это может быть и какой-нибудь сральник. Слишком уж большой для сральника. Да, хрен его знает. Слушай, там вода. Значит, колодец. Колодец, наверное, бывший. Не, ну стрёмно, стрёмно. Врать не буду. Вот так вот идешь, и вот в такой травище такая хрень. И все на. И что это? Где? Стол? Вот это. Да я думаю, это был, наверное, электрический столб раньше. К таким... Это столбы приделаны. Вот. Я уже, честно, не знаю. Тут была огромная поляна, судя по карте. Но ее нет. Мы потом посмотрим на этом, на релайве, как, где мы с тобой ходили. Ну, я думаю, все. На этом с нас артефактов на этой стороне достаточно. И вот этой ямы. Вот стоит эта береза. И чуть от березы вон к тем деревьям. Вот здесь такой же столб. Да. Знаешь, вот здесь шла линия электропередач. Да. Ну что, все? Да, наверное, потому что не полезем же мы туда через... Нет, я туда точно не полезу через все подряд. Уже знаю, что есть вот такие штуки здесь. Да. Так что, ребята и девчата, держи. Держу. В общем, миссия выполнена. Дюков посещен. Дюков Бор это. Дюков Бор, да. Мы Дюков с тобой Бор. Пришли в Дюков Бор. Это Дюков Бор, все, что осталось. Ну, одно из того, что осталось. Потому что вон там второй стоит где-то. Ну, я образно беру. Тут только этому тренироваться. Стол трясется. Не, ну что, что? Да, наверное, все. Сейчас еще к пруду подойдем раз. Там в конце деревни, точнее какой деревни, это поселок был. В конце поселка выкопанный другой пруд. Оп. Но его, судя по Викимапе, выкопали где-то в 2010 году, там написано. Ну и, соответственно, слушай, а эта береза уже из колодца растет. Прикинь, она так... Не совсем из колодца. Она вон сбоку. Ты тихо, тихо, ты что, выключил? Что? Нет. Она вон, она где, аж сбоку. Ну да. Ну что, если был один колодец, значит, был еще. Значит, есть еще, да. Так что, кто пойдет сюда, будьте осторожны. Смотрите под ноги. Да, смотрите под ноги. А то вот в такую яму провалитесь. И фиг вас кто вытащит. Ну, кстати, срубленная береза. Значит, намеренно кто-то туда ее сбил. Вон та-то? Да. Вот она. Ее, наверное, и сунули, чтобы... Я сам в СНТВ видел.
Ее, наверное, и сунули специально, чтобы люди обращали внимание. Я же по ней и обратил, думаю, куда она там торчит. У тебя есть что сказать? У нас было в планах, что я сохраню на свой телефон что-нибудь интересное из Вики, хотя бы про Duke of War. Но мы отлично об этом забыли. Да. Так что интересный факт. А ты что, снимал не на ширик? Блин, хреново. А ты мне ничего не сказал? Я думал, там на ширике стоит. Ну ладно. Вон она. Блин, нам бы было выгодно, если бы он нас видел, когда мы назад ехали. Но мы бы его тормознули. Он бы мог нас в кузове подвести с велосипедами вместе. Ну да. Так, ребята, на свой страх и риск я сую туда телефон. Вон, видите, сруб. Надеюсь, вам видно. Уже это, просто ниже я не могу его. Так что, вот такую тему мы здесь обнаружили.